внимание не только на то, что там ферзь выскочил, это все ерунда, это мелочи. А вот посмотрите, какой большой пространственный перевес. Как координация фигур. Как они, благодаря тому, что ферзь стоит на 5, будут сейчас очень хорошо действовать. И лучше всего пример взять из классики, не современных дней. Да? Вот сейчас это мне понравилось. Я был в Эмиратах на 14 мира юниоров. И там была у меня одна девочка. Ну, у меня была не одна девочка, но одна из этих девочек была, которая мне сказала: Михаил Александрович, ну, у меня есть флешка, я сейчас этот вариант изучу. Но я не сразу понял, так, о чем речь, а потом так насторожился и говорю: а сколько партий на флешке? Она говорит: да всего 420. И ты все изучишь. А что, трудно, говорит? Сейчас дам в компьютер, тук-тук-тук-тук-тук, и все ясно. И я все понял. Я все понял, что эту флешку можно выбросить, и ничего не изменится. Понимаете? Понимаете, количество и качество – это разные вещи. Разные вещи. Вот когда мы смотрим классику, это качество. Классика, или как мы часто говорим, играл по теории. Да? Ну что вообще это теория? Теория – это все лучшее, что сделано до нас. Все лучшее, но что сделано до нас. Поэтому теория определяет и проверяет практика. Практика может изменить теорию ввиду каких-то новых идей и так далее. Но это все лучше. И когда мы говорим, что классика не нужна, или как сейчас обрубают, значит, компьютеры обрубают 2400, не меньше, да? И вот они обрубили и Ласкера, и Капабланку, и Алехина, и Ботвинника, и всех обрубили, и сказали: о, всего 15 партий.